4 дня на решение не самой простой задачи, какими способами вернуть уровень занятости населения, как в доковидные времена. При том, что рынок труда за этот непростой год существенно трансформировался. Эту непростую задачу будут решать участники стажировки «Мастер государственного управления для руководителей». Она проходит в корпоративном университете правительства Нижегородской области. Общаясь с нашими HR-ами, крупными предприятиями, они говорят, что мы не ощущаем безработицы. У нас огромная потребность в кадрах, и мы не можем закрыть вакансии. Эта ситуация реальная. Вопрос, кого мы готовим и насколько мы готовы нашему рынку, нашему бизнесу предоставить те кадры, которые им нужны прямо сейчас. Участники стажировки – лучшие управленцы из разных регионов России. Наша команда состоит из представителей совершенно разных сфер. Я представляю образование. У нас есть госслужащие, муниципальные служащие. Совершенно разные сферы бизнеса, от ЖКХ до IT. Мы представляем разные регионы России. Мы приехали сюда, в Нижний Новгород, для того, чтобы предложить Нижнему Новгороду свои компетенции. Проектные решения будут направлены на внедрение новых подходов работы с безработными и занятыми в сером секторе. Варианты таких решений – внедрение IT-сервисов и агрегаторов для самозанятых, вовлечение населения в проект по социальному контракту и адресной помощи и в другие программы. Есть библиотекарь в настоящее время, да? И он не знает, допустим, будут ли библиотеки через 5 лет, через 10 лет. Если, например, он уже сейчас будет понимать, что через 10 лет его профессия, ну, так скажем, уже ее не будет существовать, то ему уже сейчас нужно обучаться новой профессии, найти себя так, чтобы быть востребованным специалистом через год, через два, через три. Вот, собственно, наша задача – придумать такой инструмент, чтобы каждый нижегородец в каждый момент времени знал, на кого он будет учиться или переучиваться, чтобы быть востребованным. Программа стажировки предусматривает встречи с представителями органов исполнительной власти Нижегородской области, представителями бизнес-сообщества, проектным офисом по развитию человеческого капитала. Взгляд изнутри всегда, не иногда, а всегда недостаточно. Очень важна ваша помощь и поддержка, и мы надеемся, что вместе с вами мы сможем сформировать какой-то уникальный продукт, который будет применяться и приносить пользу не только на территории Нижегородской области, а на просторах всей страны. Через 2 месяца после стажировки и доработки проекта участники презентуют результаты губернатору Нижегородской области. Юлия Калинина, Ирина Стефанюк, Виталий Кудрявцев. Время новостей.